Ежедневно с фермы, что в селе Озерки Чердаклинского района, уходит 28 тонн молока. Сейчас в коровнике прибывает 1200 голов дойного скота, но совсем скоро в хозяйстве ожидается прибавление. Здесь застроят еще одно помещение для содержания крупнорогатых животных. А это значит, что в скором времени сюда завезут новое стадо, специально выращенное за границей. Всего более 1500 голов. По этому году еще планируем еще два здания поставить таких же на 600 голов. И на следующий год еще два здания по 600 голов. Общая мощность нового комплекса будет ориентировочно 3700 голов. Из них 1350 дойных коров, а остальное это молодняк и животные на сухостое и на осеменение. Таким образом, новый комплекс будет состоять из уже существующих двух и четырех новых коровников. На сегодняшний день на ферме построена родилка на 250 голов, ведется монтаж телятника. Увеличится и количество доильных залов. В функционирующем зале ежедневно доят свыше 1000 коров. На процедуру пронумерованные буренки выстраиваются в прямом смысле в очередь. Правда, ждать в ней долго не приходится. Благодаря современным технологиям теперь процесс получения молока из вымени ускорился за счет автоматизации. Профессия доярки в традиционном ее понимании давно канула в лето. Мы бы их просто подключаем. Доильный аппарат берем и подключаем. Приходят они сюда. У нас есть подгонщик, который подгоняет коров. Заходит на карусель, и мы их подключаем. Сам процесс машинного доения занимает не больше 5 минут. Полученное молоко отправляется и хранится на ферме в 3 цистернах, или, если говорить профессиональным языком, охладительные танки, после чего отправляются на молочный завод для дальнейшей переработки. А вышедший с карусели скот уходит обратно в хлев до следующей дойки. Рената Льгулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.